какой штат поедете? Флорида. Были до этого? Солнышко меня ждет. Я нет. Интервью проходило 10 минут на русском языке. Который получил свою долгожданную визу в США. И мы выбрали студенческую визу. На этом все. Расскажите, как там вообще обстановка? Слушай, я пришла сюда без 15:08. Я простояла 3,5 часа. Простояла. Но я получила свою визу невесты, которую я ждала целый год. Соответственно, там около 150 человек с утра запустили. А на какую категорию визы в основном народ стоит, не знаете? Было очень много народу на B1, B2. Было очень много на иммиграцию людей, как с невестами, так и с воссоединением семьи. И, соответственно, были... Хор турецкого, кстати, там был. Да? Да. Отказов много? Как там народ? Нет. Ну, по крайней мере, я так смотрела. На неиммиграционную часть я не смотрела. Понятно. С иммиграцией нет. А вы во сколько приехали? Во сколько зашли сразу? Здесь вот недолго ждали? Я приехала сюда без 15:08 и стояла вот там. Я понял. Потом вон там, а потом уже внутри. И, короче, вот только я вышла. Какой штат поедете? Флорида. Были до этого в Америке? Солнышко меня ждет. Я нет, я не была. Я еду к будущему мужу. О, классно. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. В нашем офисе, и у нас новый гость, наш клиент, который недавно получил визу в США. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко о себе. Меня зовут Азиз, мне 21 год, я недавно получил визу. Супер. Вы откуда? Из какой страны? Узбекистан. Как у вас проходило интервью с консулом? Долгое было, короткое? Нет, интервью проходило 10 минут на русском языке, ничего страшного. Готовился я к нему полтора месяца. Ну, ничего страшного, когда готовишься полтора месяца. Да. Здорово. Вы едете учиться, да? Да. У нас в гостях наш очередной клиент, который получил свою долгожданную визу в США. Вот она. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко о себе нашим подписчикам. Меня зовут Азамат, я из Узбекистана. Подавал полтора месяца назад документы на визу. Около месяца готовился с Элеонорой. Элеонора помогла мне подобрать легенду, помогла мне заполнить анкету, помогла мне выбрать более выгодное консульство. Недавно летал в консульство во Владивосток, она оказалась в Владивостоке, на встречу с консулом. Ну, встреча проходила порядка 10 минут, визу одобрили, вот сейчас скоро лечу в США к своим друзьям. Очень жду этого момента. Отлично. Ну, как вам вообще в целом, могли бы рекомендовать нашу компанию там свою? Да, достаточно быстро все произошло, при том, что когда подавал вот здесь, на какие-то в другие какие-то компании, мне то не приходил какой-то ответ, то еще что-то, То есть я думаю, с меня просто брали деньги и все. Так что, друзья, обращайтесь, и вы получите также свой долгожданный визу. Всем удачи, увидимся, пока. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Мустафаев Артур, я родом из Ташкента, получил студенческую визу, потому что мы с юристом долго обговаривали, какую визу все-таки получить, мы выбрали студенческую визу, потому что у меня паспорт пустой, выбрал студенческую визу для того, чтобы пойти в Америку, узнать там лучших людей и в первую очередь выучить язык. Ребятам советую получать визу, всем удачи! Спасибо большое компании, то, что я получил визу в США, теперь я еду, я очень счастлив, повидаюсь с родными людьми, вот. Вот, собственно, виза. На этом все.